1 февраля выросли размеры пособий федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата проиндексирована на 3%. На 3%. На 3%. Вы это читали? 1500. На 3%. Из них 900 на медикаменты, 137 на санатории, а оставшиеся на проезд. Так, еще раз, 1500 на 3%. Из них 900 на медикаменты, 137 на санатории, а оставшиеся на проезд. Я честно очень старалась.